И добро пожаловать, ребятки, сегодня у нас будет очень интересная игрушечка под названием Zoolax Клоуны Зла. Давно у нас не было ничего такого, каких-нибудь там 5 ночей чего-то. В принципе, вот я ее встретил в плеймаркете, вот эти клоуны просто дико страшные на вид. В принципе, погнали поиграем. Так, есть нормальный и сложный. В принципе, погнали на нормальном, потому что мы только начинаем это дело. Так, I want you for Zoolax Night Security. Ты будешь работать охранником. Все дела. Ночь первая. Шикарно. Тут есть русский язык, это очень хорошо, потому что так мы будем... вот так, окей. Мы недавно приобрели этот старый антикварный магазин. Офигенно просто. Часть оборудования не работает. Наши техники постараются в ближайшие дни. Я должен дать вам некоторые основные указания на первый вечер. На главном окне в нижнем правом углу есть пиктограмма. Если ее нажать, появится панель с изображениями с камер безопасности. Можно также переключиться на просмотр подземной системы. В нижнем левом углу есть другая кнопка, на случай, если вам потребуется спрятать панель. Так, окей. Следите за камерой 13. Специалисты нашей компании изучают этих проклятых кукол круглосуточно. Итак, слева вы видите Погу, та, у которой потрясающие острые зубы, Логи на заднем плане и Салли справа. Если Салли и Логи приближаются к вам, просто спрячьтесь ненадолго под стол. Они хорошо чувствуют чужих. Также старайтесь не оставаться под столом слишком долго. Вы должны всегда знать, где они находятся. Если куклы почувствуют, что вы их не контролируете, могут произойти страшные вещи. Просто следите за шкалой вашей энергии, поскольку все, что вы включаете, питается от главного генератора. Следите за камерой 15, которая дает старомодное изображение в виде пазла. Вау. Убедитесь, ага, что все кусочки пазла расположены интересно правильно. По какой-то причине эти кусочки могут иногда меняться местами. Если такое произойдет, опа, поправьте кусочки пазла, нажав на них. Воу, я чё... Предвиденные события. В вашем столе есть красная кнопка. Если ее нажать, вы увидите перед собой проход. Еще раз, добро пожаловать в семью Zoolax Incorporated. До следующей встречи. Клево. Клёво, ребятки, вот нам вот так все объяснили. Значит что, смотри. В этом здании сказали, надо следить вот за этими тремя, клоунами. То есть вот эти три балбеса на нас будут нападать. Так, как отключить эту байду? Так, окей, это мы спрятались под стол. Спрятались под стол. Так, руководство. Спрячьтесь не более чем на 2-6 секунд, когда приближаются Салли и Логи. Также следите за отверстием канализации перед вами. Нажмите красную кнопку на столе, чтобы проверить проход. Потеря контроля над одним из клоунов сделает их более агрессивными. Окей. Четвертое, зафиксируйте плитки камеры 15 как можно быстрее. Окей, хорошо. Это что вообще такая за байда? Что это такое? Вот это нам не объяснили. Вот это-то нам не объяснили, что это. Окей. Как это убрать? Окей, все, убрали. Фонтанчик можно включить. Окей. Сказали, вот этот за канализационным большим проходом следить. А что он вообще тут делает в таком красивом здании? Очень... Опа-опа-опа-опа-опа-па. Да ты что? Опять вот это... Окей. Ой! Нету. Нету этой Салли. Ёб твою мать, а это что такое? Это какой-то черт. Так, окей, тут ничего. Тут опять какая-то башка вообще жесткая. Какой-то средневек. Ё-моё, она в камере 10. Ну вот и здесь в камере 0-1. Она просто к нам... А, не, она не может к нам вот так просто так подойти. Охренеть. Окей, тут чё? Тут какой-то заброшенный колодец. Тут еще какая-то дичь. В смысле? В смысле? Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Все, все, все. Тихо, 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 тихо. Ребята, ребята. Уже действие началось. Жесткое. Все, нету. Окей. Хорошо, что нам так все рассказали. Хоть все ясненько, хоть в принципе. Так, окей. Вот это значит канализационный проход. Тут какие-то кровавые следы. Тут тоже кровавая какая-то хрень. Так, окей, она тут, в камере 10, хорошо. Блин, камера 15. Вот эта хрень, она меняется, надо ее все время что-то дергать. Окей, все, не воняй. Так, окей. Где? 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 Че?
Че это за поза вообще странная? Так, окей, значит, камера 0.9. Хорошо. Так, эту камеру мы еще не видели. Эту камеру мы тоже еще не видели. Это что-то, что там? Алекс Стейнбаш. Это, наверное, какая-нибудь отсылка к разрабу. Вот это пианино, я не знаю. Так, тут что-то какая-то дичь на этой камере. Ё-моё, она исчезла. Где ты? Она в камере 11. Так, в камере 13 пока еще никакой дичи тут нету. Ну, как бы обычно. Так, вот это вообще действует жестко что-то. Так, окей. Это подсветить проход, значит, вот это. Ду-ду-ду-ду. А тут что? Блин, красивое здание, но я не понимаю, вот это что за проход, вот это. Зачем тут канализационный люк? Ой, бля, ой, ай-яй. Ай-яй, где? Где в камере? Камере 4 уже. Капец. Блин, ну реально, клоунада страшная, просто они реально жестко что-то страшные. Тихо, исправляем. Исправляем. Да, ебой, все, отлично. Так, это чё? Сейчас, где, в какой? Где эта тварюга? Вот, в камере 9, хорошо. Ну, эти, я так понимаю, они вообще сегодня спать будут. Это, я так понимаю, будет в каких-нибудь других ночах вставать. Вот пока за этой дурындой следим. В принципе, вот так будем следить. Знаю, какие-то венецианские капеллы наверху. Какой-то средневековый замок, что ли? Либо что это? Да ё-моё. Вот я смотри, вот я сейчас эту картинку исправлю, и она переместится, эта дурында. А, нет. Это... Так, окей, в камеру 10. Окей, все ясненько. Ты перемещаешься, как во ФНАФе, все ясненько. Реально страшная. Тетенька. Так, ну в принципе-то мы дожили уже 6 утра, все, давай, уже пора. Уже пора. Все. Дожили, выжили уже все. Ё-моё. Окей, чё? Ебой, все. Мы выжили. Отлично. В принципе, ребятки, ночь прикольная, все вообще классненько. Я думаю, может, мы еще вернемся в эту игру. Она прикольная, реально, вот эти клоунады дико страшные. И правда, над этой игрой постарались, потому что, посмотри, тут языков просто тьма. То есть тут даже китайский, что-то японский добавили. То есть это вообще круто. Так что... Вот, на этом все. Подписывайтесь на канал Steam Video, ставьте большие пальцы вверх. Увидимся, услышимся. Пока-пока.